Кому подойдет кето-диета, а кому лучше даже ее не начинать? Кетогенная диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов для повышения кетоновых тел в крови. Я вам оглашу список состояний, при которых кето-диета противопоказана. Первое – заболевание печени, ожирение печени и цирроз. Второе – синдром Жильбера. Третье – период беременности и грудного вскармливания. Четвертое – заболевание щитовидной железы. Пятое – дефицит веса и астеническое телосложение. Номер 6 – пониженное давление. Номер 7 – после инфаркта. Номер 8. Желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря. Номер 9. Камни в почках. Номер 10. Подагра и заболевания суставов. Номер 11. Острый период любого заболевания. Номер 12. Любые расстройства пищевого поведения. Номер 13. Панические атаки и повышенная тревожность. Номер 14. Аменорея, проблема с менструальным циклом. Теперь вы, друзья, знаете, подойдет ли вам кето-диета или нет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!